Читаю комментарии. Z10Y4LL.com. Как сделать замутнение экрана вокруг себя? Расскажи. Сделай обучающее видео. Окей, я сделаю это видео. Ну, как видите, сзади тоже есть это замутнение. Ну и давайте приступим ближе к делу. Как сделать замутнение через программу Sony Vegas? Как видите, я сюда поставил специально эти вещи, чтобы сделать замутнение. Замутнение есть. Теперь, как это сделать через программу Sony Vegas? Поехали. Так, вот программа Sony Vegas. Я открываю файл «Открыть». Ищу новая папка. Так, вот ненужное видео. Нет. Здесь я повышаю звук. Так, что я дальше делаю? Я рендерю. Ну, то есть не рендерю. Вот, я монтирую. Вот. Дальше вот что я делаю. Так, дальше я вот что. Как сделать замутнение через программу Sony Vegas? Как видите, я сюда поставил специальные эти вещи, чтобы сделать замутнение. Так, ну, в принципе, вот что нам нужно. То есть я делаю вот так вот. Дальше делаю вторую аудиодорожку. Стараюсь, кстати, с первого раза записать. Буду некоторые... Но есть моменты, мне некоторые сложно объяснить. Дальше вот делаю... Кстати, копировать. Кстати, важный момент, копировать. Дальше растягиваю. Так, нет. Вот так вот. Ну, пусть, ладно, вот так вот будет. Вот, и здесь делаю вот сюда вот ставлю. Кстати, обратите внимание. О, не то. Так, удалить. Вот, копировать. Нажимаю вот сюда, где третий уровень. Да, я вот делал первый уровень и второй там уровень идет аудиодорожка. Это нужно обязательно. Вот, сюда вот поставил. Так. Нажал вот на первый уровень, обратите внимание, это важно. Дальше нажимаю панирование и обрезка событий. Вот я нажимаю. Так, дальше вот что я делаю. Растягиваю, чтобы мне было удобно работать. Не забываем, что это программа Sony Vegas. Дальше я нажимаю... маска, вот я включил маску, увеличиваю. Дальше, как видите, у меня такая вот типа, ну, кисти пусть будет. Дальше я нажимаю вот сюда, сюда, сюда. Есть момент, который мне сложно объяснить. Вот просто запоминайте. Главное, вот что запомните, нужно включить маску. Вот, включить маску. Нижний левый угол, вот там есть маска. Вот. Так, продолжаю дальше. Вот. Я нажал, и видите, где я выделен, в общем, это серое. А то, что вот я, ну, буду вырезать, это будет, ну, накладываться эффект. Дальше я нажимаю Plum in Chain и добавляю вот это, мне нравится. Расфокусировка Sony. Добавить, окей. Извиняюсь, что так вышло. Вот что вышло, в общем, из этого. Тут, кстати, можете сами... Ну, в общем, да. Блин, заплетываюсь немножко. Ну, ладно. В общем, можете вот радиус настраивать. Можете увеличивать. Как вам желаете. Дальше полок расплывания вы можете сами делать. Можете... Ну, как вам, в общем, удобно. Я как бы так оставлю. Вот. Окей. Вот, что тут еще сказать. Да, должно быть все понятно. Если непонятно, я постараюсь ответить в комментариях. Иногда мне, правда, сложно объяснить, просто мне проще это показать. Дальше нажимаю, в общем, рендер, и там можно как-то хотите, называйте, и рендер. Вот, и это, в общем, рендерится.
Вот. Вы смотрели видео, обучающее видео Sony Vegas, как сделать замутнение. Ну или типа того. В общем, ставьте лайк либо дизлайк этому видео. Кто хочет, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!